Мы продолжаем следить за ситуацией на переправе. Высокая вода на Оби не способствует интенсивному намораживанию льда. Сегодня его толщина на середине реки составила 5 сантиметров. Повышение уровня реки в период ледостава, по словам специалистов, происходит каждый год, но в таких масштабах впервые. Воду выдавливает на лед, и намерзание устойчивого слоя происходит неинтенсивно. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, Ямал-Автодор ежедневно совершает технические рейсы с целью замера толщины льда и очищает будущую трассу от торосов. Как сообщает пресс-служба губернатора, официально объект транспортной инфраструктуры закрыт для любого транспорта, кроме спецтехники, осуществляющей работу по зимнему содержанию причалов и подъездов к нему, и вездеходов на воздушных подушках Ямал-Автодора. В связи с этим дорожники просят автовладельцев парковать свои транспортные средства в установленных для этого местах. У подъезда к причалу переправы установлен дорожный знак «Работает эвакуатор».